شايفه ايه شكلي говорим позже. Хочу поговорить с шефом.
одним из первых последователей кунг-фу. Он много лет не вспоминал о времени. Умирать шефу ждал, пока равновесие сместится в пользу его имени. Это случилось, ведь ты теперь на их стороне. Ты сможешь одолеть другие имена, и начать надо с Мириад. Мир пройти по вырубке. Зачем все время на карту перемещаться? Родная деревня
Давно минувший год. Пропустить. Ты спросил, и сразу стало лучше. Немного мне не по себе, не могу пожаловаться. Главное. Плавно. Вот так вот учат. Плавно. Хоп. Плавно. Раз плавно. Опустить обратно голову. По крайней мере, теперь я знаю, как тонуть. Ты меня чуть не утопил. Надо продолжать в том же духе. Похоже, плавание это не мое. Нужен учитель получше. Я буду стараться. Гладь это не мое. Оставь это при себе. Постараюсь впитать твои инструкции. Ти-ти-ти-ти. Мума. Время быстро пролетело. Несложная штука, жду, не дождусь уже. Буду тренироваться интенсивнее, это правда, и так все умею. Я обожаю с тобой заниматься. Тренировка вон-фу. Ну что это все неинтересно? Ужас, нашли. Нашлось что-то, что можно использовать. Я не против. Господи, да когда же это кончится-то все? Так. Вверх. На велосипеде. Обыскать кучу мусора. Куб. Будьте мне здоровы. Так, что еще? А еще куча. Но когда это кончится-то мочь? Чё убогая игрушка? Не знаю, как люди в это играют, не знаю. Не уверен, это что это... Тык-тык-тык. Вообще. Так, выбрать база. База. Хломомолот. Хломомолот. Надо переместить куда-нибудь. О, сюда хотя бы. Так что, до новых встреч в эфире. В следующем видео наша физиономия будет вот здесь. Пока. Здравствуйте, товарищи. Так. Добро пожаловать. Меню создания. Здесь ты можешь усовершенствовать имеющиеся оружие и броню. Или есть. Или есть у тебя фантазии, все хорошо. С нуля создать совершенно новое оружие. Если соберешь нужные ресурсы, сможешь создавать собственное оружие. Чтобы начать создавать свое оружие, сначала выбери корпус.
как ты определишь, какое оружие будешь создавать? Существует три различных вида оружия ближнего боя: дробящее, одноручное рубящее и двуручное рубящее. Выбери нужную рукоять, чтобы создать оружие. Ха, здесь тоже голова мешает. Урон. Чтобы создать оружие, нажми F. Еще пониже опустить вот эту штучку. Ладно, до новых встреч в эфире. Ра-та-та-та-та-та. Всем пока. Хочу это создать. Паршивый композит аномальный. Уровень редкости. Паршивый уровень редкости. Чтобы создать оружие, нажмите. Нажмите. Фу. И чего? Назад. Мне бы что-нибудь с режущим краем. Покажу сделанное муми. Делаю то, что умею. Далее. Попрошу муму научить меня, как этим пользоваться. Что же моя работа? Это же моя. Я не собираюсь им пользоваться. Собой. Им пользоваться, но с собой возьму. Я не собираюсь им пользоваться, но с собой возьму. С собой. Бой с собой. Так, это я попрошу маму. Это же моя работа. Он понимает, но надеется, что оно тебе не скоро понадобится. Кончается терпение. Так, что у нас сегодня по плотности пришлось помочь Гизма. Я могу быть там, когда я здесь. Я не могу. Она считает, что тебе пора вырасти и начать думать самостоятельно. Просто пока для этого не пришло время. Я еще попытаюсь. Но когда это все муть кончится? Ну, страшная муть. Жуткая. Господи.
проблемы не нужны. Никто не обязан страдать. Так. Так. А, невидимая стена опять. Так, а где эта штука? Тут. Назад. И где это? А, вот. Тут. Назад. А, о, так, вот, Z. А, один. Чуть. Так. Все? Ну, слава богу. Господи, какое дерьмо делаю. Ну, что это? Чушь собачья, ну хватит уже маразм. Как люди в это дерьмо играют, господи. Это никогда не кончится. Ну, все, куча белья. Чего? А, это доспехи, наверное, будем создавать. На черта это все. Господи, какое дерьмо. Всего? Еще третий где-нибудь. Два из трех. Это мы еще должны это самое на кнопочке нажимать. Не уверен, что это. Господи, дерьмо какое. Каким дерьмом детей заставляют заниматься? Детей. Дополнение. Броня. Тут самое дешевое 410 430. А что это за дерьмо зеленое? 430. Друг тарелка. Тарелка. Так, создать. Все? Ну, слава богу. Жуткая, тупая игрушка, тупая просто. Господи, какое дерьмо. Еще восточным единоборством будем заниматься. О, господи. Все. Ну все. Капут. Пропустите, эскейп. В следующий раз постараюсь получше. Спасибо тебе, мама. И чем тут гордиться? Вся работа досталась мне. Нет. О, путеводная звезда. Чудо.
что-то надо нажать. Что за кнопка-то надо нажать? Вот его поймай автоматон. Автоматон. Может, наверх надо нажать? На это все это черт знает что. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Жуткая ночь. Не видно, что там на какую кнопку нажать, как его поймать. На черт это вообще дерьмо. Очень несимпатично, чрезвычайно. Ой, как люди в это играют, не пойму. О. Она еще и не сохранила. Придется опять это проходить. Гадость эту. Омерзительная игра. Мне все омерзительно, все. Господи, какая молча. Как противно это все. Все противно здесь. И выглядит противно, и действует все противно. Весь геймплей и сражения идиотские. Хватит уже, это никогда не кончится. Посмотрел видео, увидел, так, чтобы кузнечика поймать, нужно нажать Q. А без видео так бы непонятно было, что там делать. Потому что не видно так быстро. Оказывается, кнопочка, на которую нужно нажать. Что? Только благодаря видеозаписи смог узнать, чего они хотят от нас, придурки. Господи, какая муть. Ну на черты, очень быстро тут нужно нажимать на кнопочку. Черт. А у меня это самое застряло на фотографии. Так на видео. Убрали видео. Так. Видеокамеру убрали. И смогли нажать на кнопочку. Черт. Сволочки. На черт это. Дрыгание кнопочки. Че расходует заряд аккумулятора. Господи, какая муть. Когда уже начнется действие? Так. База. Случайно. Р. Резиновая рукоятка. 460.
транскрита 3-4%. Одну кнопку нужно было нажимать, тут три: Escape, Space и кнопка мыши. Господи, когда же кончится-то это маразм? Маразм же это все. Давайте уже. Ну. Так. Мелкие подонки. Ну. Ну, добивайте вы эту мерзость уже. Ну. Все. Придурки. Победить учеников. Победить учеников. Никого не побеждали, но задание засчитали, или что тут получилось. Непонятно. Дальше продвинулись по сюжету. Куча белья. Опять ку. Нет, ну ладно, в старине вот это вот все мучились люди. Вступление. Потом вроде бы придумали модификации этого вступления. Нет. Это вообще маразм какой-то. Это такой маразм. Уже сама игра-то начнется. Сколько можно идиотизмом заниматься? Так, тренировка. Уфу. Бум. Когда не хочется.
дом бесконечен. В следующий раз постараюсь, но, господи, диодная звезда, здесь нужно нажать на куб. Нажали на ку. Все. Ну. Отдохни и обретешь силы. О, ругатость какая. Да чего омерзительные персонажи, это просто что-то с чем-то. Так. А дяденька убил. Сжёг. Всё сжёг. Пропустить. Враги сожгли родную хату, как говорится. Всё. Обугленное чего-то там. Ад. Выбраться из здания. Бум. Всё. Господи, ну я застрелюсь, если опять это дерьмо придётся проходить. Сейчас он помрёт. Господи, дерьмо, какое дерьмо. Начать последней контрольной точки. Это ужас какой-то. Что-то мальт надо нажимать. Непонятно вообще. Куб. Или альт. Или дерьмо. Ага, альт. Маразм это. Господи. Это, наверное, платформа. Все игры-платформеры для идиотов прям созданы. С этим... С контроллером. Платформер для контроллера. А мы не контроллеры. Кушали сейчас. Нет? Бум. Всё. Твоя мама говорит, что у тебя всё получится. Только верь. Нет, ну это никогда не кончится. Такой маразм. Новые сюжетные задания. Беги. Ух ты, сюжетные задания. Гладь течет, эскейп пропустить. Теперь мы за маму. О. Что надо нажать? Ни хрена непонятно. Альт, что ли? Не, ну это сволочи просто, ну сволочи, ну дерьмо такое, как детям продавать. Зачем? Альт что ли нажать? Или что? Ага, альт. Эх. Господи, маразм какой.
что. Жуткая гадость. Невозможно пропустить. Вот дерьмо какое, а? Как можно такое паскудство делать-то, ну? Главное, на чёрта. На чёрта это всё. Невозможно пропустить, господи. Если пожертвовать собой ради другого, твоя жизнь кончается, а передается по наследству. Ну а теперь-то можно пропустить это дерьмо? Путь вперед, добраться до поляны. Ага, и там у нас монстр стоит. Теперь ты можешь создать оружие и изменять. А раньше я не мог создавать. Почему нужно этот идиотизм было вставлять? Господи, какие идиоты. Меню задания. Создание. Задание. Создание. Персонаж, карта, система. Снаряга. Господи. Сохранить игру. Вот еще раз придется это дерьмо проходить. Медкач. Уровень 2, уровень 1. Так, удалить. Выбрать. Сейчас он вырвется. Мы все погибнем. Так, и что там дальше? Ничего.
справиться с пуп-силой было не так-то просто. Да вы что? Далее. А это далеко? Пуп-сила. Все живы. Или не все? Пуп-сила. Обыскать пуп-силу. Силище. Так, это, конечно, все замечательно. Куб. Центр неконтроля. Куб. Урон 300-350. Кулачище. Теперь у тебя есть кулачище. С его помощью можно пробивать стены. Замечательно. Его можно использовать как оружие. Ты найдешь кулачище в меню сняти. Далее. Все. Все. Тогда хорошая игрушка. Мне всегда она нравилась. Тут нечего даже думать. Если бы еще сюжет убрать, так вообще. А я говорил, что хорошая игрушка. Это только чукчи могут говорить, как в это можно играть. Тра-та-та. Кулачище. Чтобы пробить стену, кулачище, убедись, что оно есть в твоем снаряжении. Затем удерживай, а потом отпусти. Чего удерживать? Так. Ух. И все, у нас теперь нет кулачища. Сюжетное задание. А я говорил, хорошая игрушка. Смена оружия. Чтобы сменить оружие, используй меню быстрого доступа. Или иди в меню снаряги. Снаряга — это снаряжение, наверное. И выбирай ячейку для нужной руки. Три. Далее. Три. Три. И будет дырка. Ага. О, а теперь, о, гитлер капут. Ну и так далее. На этой оптимистической ноте, товарищи, ну, симпатичная же морда. А то не нравится, что это за рожа. Нормальная рожа. О, и ушки такие симпатичные. Ля-ля-ля-ля. Ну вот. Спасибо за внимание. Уже совсем хотел послать игрушку, но можно поиграть как-нибудь холодными. Зимними постапокалиптическими вечерами. Всё, пока. Подписываться не надо. И это, лайкать не надо. Делиться этим видео не надо ни с кем.